Вот так вот, не надо. Заходит в маршрутку, вот так хэкает на всю маршрутку. А потом только сожмакает, достанет ту маску, обтрогает все поручни, расплатится. И только потом сожмаканную грязную маску вот так нацепит. Еще так обтрогает, чтобы носик. А потом еще и снимет. А потом она удивляется, как это оно было в маске и заболело коронавирусом. Комаровский врет, маска не защищает. Нужно вот так. Масочка должна быть в пакетике. Руки стерильным антисептиком попрыскать. Достать из пакетика маску за уголки и одеть. Еще желательно, чтобы волосы были заколоты. И можно быть в шапке, в кепочке, в шапочке и волосы заколоты, чтобы на волосах ничего не оставалось. Или в капюшоне взять очки, поправлять, видите, слезла через края. Ни за что в жизни к носу не прикасаться через края. Потом одеть очки и очками прижать. Если уже не носить щиток, то очками можно прижать. Через глаза тоже передается коронавирус. Видите, как я вдыхаю? Масочка шевелится не через верх, а через маску. И снимать точно так же. А, еще одели перчаточки. Потом достали деньги. И только потом заходим в маршрутку.